Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня хочу поделиться идеей открытки с французским бульдогом. Она, конечно же, понравится фанатам этой породы. Я и сама им являюсь. Вот такую чудную картинку я нашла в интернете. Берем белую заготовку для открытки. Берем кусочек картона в горошек. Он отлично подходит под тематику и стилистику нашей картинки. С помощью двухстороннего скотча закрепляем ее на нашу основу. Я буду использовать вот такую надпись. Ее можно выбрать в товарах для скраббукинга. Для того, чтобы она была более объемной, я приклеила вот такой вот вспененный материал. По-моему, это утеплитель. Также буду использовать вот такую подвесочку, золотую туфельку и бантик из атласной ленты. Все материалы довольно доступны и их легко купить. Закрепляем нашу картинку. Теперь закрепляем надпись и теперь бантик. Открытка полностью готова. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.